Привет ударникам сельскохозяйственного труда и, как бы это сказать, монстрам сельскохозяйственной механизации. Хотел показать, вот у меня пришел трактор. Очень часто такая наболевшая тема по поводу выноса гидравлики на двигатель и генератора, соответственно. Ну, вот такой вот экземпляр, просто для примера, интересная конструкция, ну, для опыта, скажем так. Ну, во-первых, как поставить шкив на УД-25, часто задаваемый вопрос. Вот один из вариантов. То есть шкив, ну, вы видите, имеет такой вынос, как бы вылет. Вот, и просто закручен под гайку. Конечно, при хорошей нагрузке, я думаю, он открутится, поэтому гайку лучше сажать на резьбовой фиксатор. Вот. Ну, как вариант, почему бы и нет, может быть вполне рабочий. Единственное, что с учетом, что сюда повесили и НШ, и генератор, ну, во-первых, я бы сделал этот шкив как минимум двухручьевый, а лучше поликлиновой. Вот. А во-вторых, здесь неверное передаточное отношение. То есть НШ работает идеально на оборотах 1000-1500. А здесь получается вот этот шкив чуть-чуть больше, чем шкив на НШ. То есть получается один к одному. То есть на хороших оборотах может доходить там и до 3000 теоретически. Но все равно, даже если там 2-2500 будет, для НШ это не есть хорошо. Во-первых, масло будет греться. Вот. А во-вторых, ну, при подъеме оборудования двигатель будет испытывать хорошую нагрузку. То есть может даже заглохнуть и будут падать обороты. Вот. А, ну и соответственно ремень. То есть дополнительная нагрузка. То есть в таких режимах одноручьевый ремешок точно не выдержит. Поэтому оптимально, где-то уже говорил, сюда маленький шкивочек с генератора какого-нибудь современного автоваза. Типа приоры, калины, там что-то такое. Маленький шкивочек у них есть поликлиновой. И сюда. Но здесь, как вы видите, сделана, установлена электромуфта на НШ. Это по принципу, как на газелях делают самосвалы. Ну и я когда-то делал тоже на самодельном тракторе такой принцип. То есть муфта крутится в холостую. Как только подали питание плюс, там стоит магнит, и он начинает передавать момент на НШ. Вот. Конструкция хорошая, но опять же, надо поликлиновой, желательно сюда выбирать этот компрессор кондиционера. Это с компрессора кондиционера иномарки. Вот. Надо выбирать, чтобы тоже был привод поликлиновым ремнем. И тогда сюда маленький шкивочек, здесь большой шкивочек, можно добиться идеального, как бы, идеальных оборотов для НШ и максимальной передачи момента без пробуксовки ремня. Генератор здесь служит для натяжки ремня. Но единственное, что, конечно, сделали такую конкретную такую рамку для его крепления, можно было бы. Ну, художника может обидеть каждый, конечно. Вот. Но я считаю, что это все можно было сделать более эстетично. Вот. Ну и из разряда того, как делать не надо. Вот тут вот мы видим в лохмуты перекроенную раму. Все бы это тоже хорошо. Как говорится, я художник, я так вижу. Может быть. Ну тут пытались поставить другой двигатель.
Вот, соответственно, двигатель не помещался, раму вынесли вперед, балку тоже вынесли вперед, вынесли не по-русски, вот такая балда торчит с этой стороны. То есть сразу видно, форумов люди не читают, на чужих ошибках не учатся. Поэтому такие вот как бы простые вроде бы вещи, но они сделаны неправильно. Я не знаю, дочь, где твоя Настя. Ну вот так, в принципе, все, что хотел показать на этом видео. Может, кому-то это пригодится.